С базы Южного регионального поисково-спасательного отряда сразу же выехали две группы спасателей. Им удалось связаться по телефону с двумя туристами. И оказалось, что друзья и сами заблудились и, предположительно, находятся в лесу в районе той же Воронцовки. Спасатели разделились на две группы. За прошедшую ночь была обследована горно-лесная местность от села Воронцовка до поселка Лесное, русло ручьев и реки Кудепста, склоны горы Ефрем. Поиск осложняется сильным туманом и отсутствием мобильной связи. На данный момент пропавшие не найдены. Поиск продолжается. По предварительной информации, все трое мужчин – гости курорта из Тулы.